Да раньше кругом народу, куда не глянешь, было всего играли, там пели песни, и вот женщины едут там на покос или куда песни поют и прочее. А сейчас, ну что, ну придешь, ну все было, эти лядники, и курятники, и свинарники, все было у нас. А сейчас ничего нет, кроме полей вот этих. И то никто не мы обрабатывает. Своя жизнь, а у нас своя жизнь. И, кажется, два народа. Тут уже все надо выпиливать, спиливать. В деревне жили. А сейчас все. Вот брат жил у меня, жил, и вот двоюродный и умер. Все. Теперь это все зарастет, и никому ничего не нужно будет. Брошенные просто мы здесь, да еще. Приезжает начальство к этому памятнику, по этой дороге ездят и никому дела нет. Братская могила. Поисковики находят и привозят, еще захоронение делают. Кормили хорошо. При входе, где вот сейчас КПП, у нас будущее, там был медпункт. Детей при заходе взвешивали. И взвешивали каждую неделю, как гусят на убой. Не дай бог ребенок чуточку худеет. Ну, у нас два Ленина. Один мраморный, другой металлический. Поселок, ну, как пансионат, скажем так. То есть будут отдельные дома с проживанием длительным. А они будут как парк, вот просто лошади, юрты, можно посидеть там, попить чаю. Ну вот уже как 7 лет, пока один поклонный крест, нету ни часовни, ни храма. Ну, надеюсь, в дальнейшем все возведется. Пока еще, как я говорю, не пришло время.